Представляю вашему вниманию часы «Маяк», Челябинский часовой завод 70-х годов. Корпус сделан из карболита, циферблат белого цвета, арабские цифры. Гири, вот маятник родной, какой должен быть. Вторая гиря, которая идет на бой, на кукушку. Заводится подъемом, подняли гирю. Часы заведенные опустились до конца, значит часы сами остановились. Цепочка длинная, до самого пола свисает. Сейчас покажу полностью. Цепочка скреплена внизу. Это очень удобно тем, что когда часы, гиря до конца дойдет вниз, то есть они упрутся здесь и, соответственно, не зайдет цепочка внутри часов. Корпус сбоку. Тут есть специальные окошки. Через эти окошки часовщики регулируют. Ну, я обычно в эти дела не лезу. Уже своему часовщику, он все с этим делом разбирается. С другой стороны окошко. Гири я почистил. То есть они были ржавые. Почистил, смазал специальной смазкой, и они выглядят как новые теперь. Сейчас проверим бой. И специально поставил, что 12 часов будем проверять, как они бьют, как кукуют. Стоимость часов 3000. Пересылка где-то в районе 500. Наложенный платеж где-то в районе 3750. Кому интересно, задавайте вопрос. Там мы с вами договоримся. Часы прошли полную ревизию у моего знакомого часовщика, пенсионер Златоустовского завода «Агат», который за этим делом у меня следит. Осталось пару минут. Смотрим пока ход. Часы идут, не останавливаются.